Музей отдела охраны Джаильского районного ОВД чаще посещают школьники со всех сел района. Они знакомятся с историей ветеранов милиции, служащих государства, которые обеспечивают стабильность в стране и мирную жизнь кыргызстанцев. Музей отдела охраны продолжит свою работу. Мы нацелены воспитать у молодежи глубокие чувства к родине. Поэтому хотим внедрить в школьное образование нашего района программы. Дети смогут посещать музей и познавать историю РОВД. Одна из основных целей создания музея – внести свой вклад в воспитание будущих патриотов страны. Акынбай Сабырлыжоев, бывший сотрудник отдела охраны Джаильского районного ОВД, стал создателем данного музея. Сейчас он на заслуженном отдыхе, рассказывает жителям об истории органов внутренних дел. Маниси өтеле зор. Бул музей болса, ошол биздин аталарыбыз. Благодаря нашим предкам, которые горячо переживали за будущее отчизны и мужественно обеспечивали мир, сейчас мы живем в процветающей благополучной стране. Молодое поколение не должно забывать историю. Они должны чтить память предков. В их пылких сердцах должен ярко гореть огонь. Они должны переживать за родину и быть готовыми на все. Вот на что нацелена работа музея – воспитание молодых. Также вокруг территории музея была организована и открыта аллея ветеранов. Ранее заброшенные луга теперь превратились в цветники, где посетителям можно отдохнуть и насладиться природой. Работы по благоустройству будут еще продолжены. Кыргызстанцы должны искоренить понятие, что сделала для меня страна, и я ничего не обязан. Мы, граждане Кыргызской республики, и в наших руках ее развитие и процветание. Отметим, Акынбаю Сабыргажоеву 47 лет. Проработал в отделении охраны Джаильского района. В настоящее время на пенсии. Ветеран посвящает свое время развитию музея и продолжает воспитывать настоящих патриотов страны. Айсло Мурзакова, Эсенбек Усенов, СТВ, Джаильский район.